reached the checkpoint. Incoming. Stop
the payload. Do not falter, and we will not fail. Correct, moving the payload. I require assistance. В свою очередь в обороне присутствует Сигма, Саджорн, Кэс, Зиньята и Батист, а также у Мерси Ван Лов. И присутствует Раматра, Саджорн, а также Мэй, Люсио и Батист. И вот уже первый бой, и здесь нападение одерживает прям тотальный верх, отталкивают оборону по полной программе, плюс еще смогли избавиться от Марка в первую очередь. Знаешь, так и хочется зарофлить, что пока ты представлял команду обороны, и оборона уже закончилась. Да. Да, надо было.
Так, включается страдание Раматры, и плюс еще Раматра под дискордом, но Редезен аж четверых отправляет на базу, ай-яй-яй. Получилось у нас Золц, хорошо реализовал трансу, соответственно, подсейвил немножко своего танка на форварде. Ребят в бэклайне не зацепил заморозкой, вот. И, в принципе, ребят смогли отойти как раз, но, к сожалению, Дзинята не смог больше никуда отойти, после того, как транса закончилась. А, вот, а сейчас у нас Алба Бека немножко зажали стеночкой Мэй, что, конечно, не играет в него на арфу. Позволяя Пелду ехать дальше. Страдания врубаются также от Резидента, и он может спокойно пушить своих оппонентов прямо под респаун. Но, нашлепывать оппонентов под респаун. Ну, главное просто держать один палец на Ешке, чтобы в крайнем случае ее вырубить. Вот. У нас тем временем пропушилось Вормикс за счет своего ультимейта. Редден забирает Кингфрон, а Дебек он погибает от Вормикса. Как раз я-то тоже на форварде золота здесь без какого-либо шанса отправляется на респаун. К сожалению, здесь подсейвить, ну, видимо, докопить трансу не получилось. Чуть раньше времени печалимся. Да. Для команды обороны. Ну, у нападения, по-моему, все просто прекрасные условия. Ух, ничего себе, Марк промахнулся, но... Опа, Марк берет в югу! Так, держать, лучший! Плюс еще включается трансценденция от Золца, и мне кажется, здесь оборона должна одержать верх. Хотя включается страдание от Редезента, и уже есть двойное убийство, и все просто поломалось. Ай-яй-яй! Вот это вот глыба у Сигмы называется Акреция. Я тоже, бля. Вроде бы камень, вроде по лицу... Так, а это, смотри, да. Это групповой или командный глубокий фланг. Бы назвал это несколько иначе, но не буду. Хорошо, здесь, конечно, так ситуация скажешь. Интересная. Вормикс у нас тем временем забирает Кингспроуна, что для меня удивительно, потому что ребята здесь в этой комнате довольно заперты, мне кажется, оказались больше не в свою выгоду, нежели чем для оппонентов. И сейчас появление какой-нибудь фарочки сыграло бы на руку. Ребят там со стороны атаки. А ты прикинь, если там был бы еще Джанкрат. Александр Джанкратов? Да. Джанкратов взрывов. Так, включается страдание Марка и... Заканчивается Марк. Сам Марк от этих страданий пострадал, и оборона глухая. У команды Mercy One Love. А вот Албебеку, мне кажется, реально пара какая-нибудь подошла бы, или Александр Джанкратович. Но у нас, смотри, еще ультимейтов очень много. Сдается Блоссом от Вормикса, забирает у нас также Сейнфилд Марка. Хорошо, действительно, сидели ребята Mercy One Love, прям 10 из 10 история, прям не ожидал, что такое сработает. И поторопились, надо было как-то дать время, надо было спровоцировать Батиста потратить все-таки... Ух, ничего себе! И это Синай! Обалдеть! Mercy One Love побеждает со счетом 1-0! Обалдеть! Не смогли добраться. Чего-чего, но Синайнов я сегодня не ожидал увидеть. Hey guys, it's Redezen here. Just want to say that you can now submit for a VOD review from me on stream, which may get posted later on YouTube. It's any tanks except for D.Va, Doomfist and Mauga. And it only costs $5. Just donate me when I'm live on Twitch and attach your game code in the message, or message me in Discord beforehand if you have any questions. Thank you for watching. See you next time.